Столичные муниципальные советники фракции ШОР осуждают политический конфликт, который был инициирован между столичным градоначальником Ионом Чебан и правительством ПДС в отношении накопленного долга муниципального предприятия «Апоканал Кишинев» перед поставщиком электроэнергии. Сергей Бургуджи и Валерий Клименко отметили, что в результате этих политических баталий могут пострадать тысячи жителей столицы, которые в одночасье могут остаться без воды. Во избежание коллапса советники предлагают некоторые решения. Муниципальный советник от фракции ШОР Валерий Клименко утверждает, что конфликт между мэром столицы и правительством создан искусственно. Вот эта искусственно-кризисная ситуация, она выгодна двум политическим силам. Партии ПАС и партии, которую создал недавно мэр нашего города, Иван Васильевич Чебан. Вот это две политические силы, которые пытаются на этой теме долбить друг друга, заработать те или иные политические очки. А на самом деле нет проблемы, ее не существует, она решается в течение нескольких минут. На последнем заседании муниципального совета столицы фракция ШОР предложила свое решение проблемы, чтобы жители столицы не остались без воды. По их словам, законное и простое решение — выделить из муниципального бюджета 70 миллионов леев на покрытие долга АПК-канал Кишинев перед поставщиком электроэнергии. На прошлом заседании муниципального совета мы, политическая партия ШОР, сделали следующее предложение. Мы сказали, мы можем использовать опыт, тот, который есть уже в Кишиневе, это направить гарантийное письмо в либо поставщику услугам Primer Energy, с тем, что при мэрии города Кишинева и муниципальный совет обязуется в срок 2 недели оплатить полностью либо частично тот долг, который сформировался. Это наше обязательство по контракту, то есть обязательства АПК-канала. Если завтра отключат воду, то это приостановит деятельность сотни школ, сотни детских садов. В больницах не смогут дать даже чашку воды или помыть посуду. Приостановит деятельность больниц. Замерзнут системы отопления в частных квартирах и так далее, и так далее. Это будет коллапс и катастрофа в нашей столице. Оба муниципальных советника от партии ШОР отметили, что разница между тарифом на услугу водоснабжения, утвержденным на РЭ, и реальными расходами АПК-канал Кишинев составляет пару леев. После оплаты долга поставщику электроэнергии эта разница будет устранена и проблема будет решена. Мы пытались получить комментарий у местных властей и у партии ПДС, но никто не ответил на наши звонки.